Değerli konuklar, saygıdeğer hanımefendiler. Уважаемые дамы и господа. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov. В этот зал войдут министры иностранных дел Турции и Российской Федерации, господин Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции, Мевлют Чавушоглу. И министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров подпишут план консультации между Министерством иностранных дел Турецкой Республики и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2017 и 2018 годы. А после подписания плана консультации будет пресс-конференция. Fotoğrafçı arkadaşlar. Aynen biraz daha. Ladies and gentlemen, welcome. The two honorable ministers are going to make short statements, after which we are going to take two questions from each side. After the conference, press conference, the honorable ministers will step forward to shake hands. Until after that, please do not stand up so that the photographers and the cameras can catch the position. Thank you very much. Mr. Minister. Thank you. Why are you so sure that our statements will be very short? Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие гости, сегодня мы провели встречу с господином Сергеем Викторовичем Лавровым, министром иностранных дел Российской Федерации. Мне очень было приятно, что он принял наше приглашение и приехал в Аланию. Алания для меня особый город, и Алания не только моя малая родина, но это город, который пользуется очень большой популярностью и любовью российских граждан. Они себя чувствуют здесь комфортно. Наш город не только многонационален, здесь живут в гармонии представители различных религиозных принадлежностей, различных этнических происхождений. Сегодня, как вам известно, мы проводим подготовку к Российско-турецкому совету сотрудничества высшего уровня, который планируется на 2017 год. На следующей же неделе многоуважаемый премьер-министр Республики Турция господин Бинали Йылдырым посетит Россию. Они обсудят очень важные вопросы. Планируется также встреча нашего премьер-министра с главой Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Наша цель – углубить наши взаимоотношения и сделать их более качественными. В одном из интервью одному из средств массовой информации России я сказал, сейчас мы не хотим говорить о том, что было до инцидента со сбитым самолетом и после. Мы смотрим на наши взаимоотношения как на перспективу повышения их уровня, наполнения их новым качественным уровнем. Наш потенциал, у нас есть потенциал, и этот потенциал не велик, и мы не
не можем сегодня говорить только об отдельных отраслях нашего сотрудничества. Мы должны упростить наши торговые отношения, экономические отношения. Россия уже сделала определенные шаги для развития нашего торгового отношения. В частности, я хочу упомянуть о том, что сейчас сельскохозяйственная продукция, производимая на территории Турции, уже беспрепятственно будет поступать на рынки Российской Федерации к российским потребителям. Я думаю, что вскоре будут со стороны России сделаны и другие шаги. Как вам известно, Анталия является турецкой ривьерой, которая пользуется огромным спросом у российских граждан. Мы, конечно, очень хотим, чтобы как можно скорее можно было снять визовый режим, и чтобы и наши граждане могли беспрепятственно посещать города и регионы Российской Федерации. Мы должны работать. Мы, конечно же, и проводим общую работу по борьбе с терроризмом, с международным туризмом. Это одна из самых важных сфер нашей деятельности. ДАИШ, ПКК и другие террористические организации, они представляют опасность не только для нашей страны и региона, но в целом мире, поэтому в этом смысле мы будем сотрудничать и далее. Мы придаем большое значение и сотрудничеству на уровне Министерства иностранных дел. Мы также предполагаем вскоре подписать и соответствующие документы. Сегодня мы также обсудили с моим уважаемым коллегой, господином Лавровым, вопросы регионального сотрудничества. Я также предоставил информацию о ситуации на Кипре. Для нас также является важным вопрос Нагорного Карабаха, конфликт между Азербайджаном и Арменией. В Сочи мы уже говорили об этом, и мы будем продолжать наше сотрудничество в этом контексте. Наше сотрудничество будет также продолжаться по вопросам безопасности, как в Сирии, так и в целом на Ближнем Востоке, в Ираке. Это очень важно для воцарения мира в этом регионе. Главы наших государств, многоуважаемые господин Путин и также президент Эрдоган, общаются между собой, проводят последовательные встречи и переговоры. И я думаю, что эта воля даст нам возможность расширить и углубить эти отношения, сделать их не показными, а действительно сделать их качественными и содержательными. Во всей Сирии необходим мир, не только в одном из регионов Сирии. Нам необходимы, конечно же, механизмы, действенные механизмы политического разрешения конфликта. Я надеюсь, что наша общая борьба, наши общие действия и сотрудничество дают свои положительные плоды. Я надеюсь, что и в Сирийской Арабской Республике, и в целом в регионе наша воля о сотрудничестве будет продолжать иметь место. Что касается турецкого потока, она на уровне парламента нашей страны была уже утверждена. Что касается проекта строительства АЭС Акую, это очень важный стратегический проект между Турцией и Россией. Мы сделаем все возможное, чтобы этот проект успешно реализовывался. Работает в этом плане и кабинет министров, и соответствующие организации наших стран. Для нас очень важным является углубление наших взаимоотношений. Это очень важно не только для двусторонних отношений и для интересов наших стран, но и для интересов всех наших соседей и для международного сотрудничества. Я благодарю вас, многоуважаемый Сергей Викторович, за то, что вы нашли возможность приехать сюда, и мы обсудили очень важные вопросы. Мы встречались с вами и в рамках тет-а-тет, и с
с участием наших делегаций. И я думаю, что мы продолжим эти разговоры, эти беседы также на деловом ланче, обеде, который у нас состоится сегодня позже. Мы очень счастливы встретить вас здесь. Мы очень рады стать принимающей стороной, показать вам наш прекрасный регион, Аланию, такую добрую, комфортную, теплую, для, не только для наших туристов, но и для российских граждан, и для туристов многих стран. Большое спасибо. Еще раз добро пожаловать, многоуважаемый Сергей Викторович Лавров. Спасибо, уважаемые. Уважаемые дамы и господа, хочу начать с того, чем завершил мой коллега, и выразить признательность губернатору провинции, мэру города за гостеприимство. Ну и, конечно, благодарность министру иностранных дел Турецкой Республики за приглашение провести именно здесь, в Аланье, пятое заседание российско-турецкой совместной группы стратегического планирования, которая была создана лидерами двух стран и действует в рамках Совета сотрудничества высшего уровня. Как сказал господин министр, сразу ощущаешь, оказавшись в Аланье, гостеприимство здешних жителей, властей, и понимаешь, почему многие россияне остались здесь на постоянное, для постоянного проживания. Я вчера, когда прилетел и видел в аэропорту нескольких наших соотечественников, которые были очень рады тому, что именно Аланью выбрали в качестве места проведения нашего сегодняшнего мероприятия. Мы, по-моему, очень полезно поговорили по самому широкому спектру вопросов. Особое внимание уделили острым международным проблемам, в частности, ситуации в Сирии. Мы были едины в понимании того, что необходимо как можно скорее пресечь террористические угрозы в этой стране, прекратить кровопролитие, перевести процесс урегулирования в политическое русло и обеспечить решение гуманитарных проблем, доставку помощи. И все это должно осуществляться в соответствии с теми решениями, которые были приняты ранее в рамках международной группы поддержки Сирии, членами которой являются и Турция, и Российская Федерация, и на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254, которая сформулировала комплексный подход ко всем аспектам сирийского кризиса в интересах его устойчивого, надежного урегулирования. Мы также обменялись мнениями относительно положения дел в других частях этого региона Ближнего Востока и Севера Африки, включая Ливию, Ирак, Йемен. Во всех этих случаях наша общая позиция заключается в том, что необходимо обеспечивать инклюзивный характер политического процесса, диалог с участием всех политических, этноконфессиональных сил каждой из этих стран, которые переживают очень тяжелые времена. И рассчитываем, что именно таких позиций будут придерживаться и другие международные игроки, которые имеют то или иное влияние на положение дел в перечисленных, да и в других странах. Мы обсудили, конечно же, проблематику кипрского урегулирования, включая содействие межобщинному диалогу, а также роль международного сообщества на переговорах и после того, как будет достигнуто, мы надеемся, скоро соглашение сторон. Мы обменялись оценками о положении дел в Закавказье, в Черноморском регионе, где мы имеем очень хорошие перспективы возобновления тесного сотрудничества, и поговорили о кризисе на Украине, а также о сотрудничестве в рамках ООН, ОБСЕ, других международных организаций. Мы подтвердили нашу поддержку деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и отметили очень квалифицированное руководство этой миссии господином Апаканом, который достойно представляет Турцию в рамках этого международного процесса. Мы, конечно, подробно говорили о наших двусторонних отношениях, с удовлетворением констатировали обоюдную заинтересованность в их
поступательной нормализации в соответствии с договоренностями президентов Российской Федерации и Турецкой Республики и рассмотрели ход подготовки предстоящих контактов в рамках очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня под сопредседательством президентов Путина и Эрдогана. Мы, как уже сказал мой коллега, подчеркнули важность продолжения наших усилий для преодоления негативных тенденций в торгово-экономической области, где товарооборот пока у нас снижается. Упор мы делаем, как и договорились президенты, на сферу энергетики, затронули вопросы дальнейшего снятия ограничений на наши экономические связи и исходим из того, что взаимодействие по всем этим вопросам будет расширяться в рамках смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Но со своей стороны мы отметили прогресс, достигнутый в реализации проекта «Турецкий поток», который, безусловно, отвечает интересам и Турции, и России, да и европейских стран. Мы положительно оценили подготовительные работы по строительству в Турецкой Республике атомной электростанции на площадке Акую силами российских специалистов. И наши друзья подтвердили, что этому проекту будет предоставлен официальный статус стратегической инвестиции. Намерены активнее использовать и имеющийся потенциал сотрудничества в военно-технической сфере и в сфере оборонной промышленности. Мы за то, чтобы возобновилась деятельность форума общественности двух стран. Начинаем, может быть, со встречи сопредседателей этого форума. Отметили и возобновление туристического потока, который набирает темпы. Естественно, мы обратили внимание и на то, что необходимо соблюдать рекомендации в сфере безопасности, которые были сформулированы нами вот на этапе подготовки к возобновлению туристических связей. И, кстати, мы руководствуемся безопасностью наших граждан, как в том, что касается расширения туризма, так и в том, что касается возвращения к упрощенному визовому режиму между нашими странами. В целом, еще раз хочу сказать, что мы провели очень полезные переговоры, мы удовлетворены их результатами и уверен, что они будут способствовать дальнейшему восстановлению наших полноформатных связей. Еще раз глубокая признательность господину министру и властям провинции и города Алания. Да, спасибо большое, Наср Хасанович. У меня вопрос к обоим министрам. Как известно, Турция ранее заявила и подтвердила, что военное присутствие ее на территории Сирии является борьбой с ИГИЛом. Заявление господина президента Эрдогана оказывается иная цель у этой операции, именно свержение режима Башара Асада. Как можете это прокомментировать, когда Турция не раз подтвердила, что военные решения кризиса в Сирии нету? Господин министр, на это заявление так по разным мнениям очень жестко отреагировали в Москве, в том числе и на Смоленске сегодня господин Рубков об этом говорил. Также можете, пожалуйста, прокомментировать вот реакции западных стран на освобождение большой части восточной Алеппо и на ситуации, гуманитарной ситуации там. Спасибо большое. Большое спасибо за вопрос. В настоящее время в рамках операции «Щит Евфрата» мы очень конкретно сотрудничаем с нашими партнерами, с союзниками. Наша цель является очистить Сирию и этот регион от Даиш, от террористов Даиш, и также Нусра, боевиков Нусры, ПКК, ЕПГ и другие террористические организации, они все под прицелом нашей борьбы. Что касается политического решения, если не будет политического решения,
И если не будет территориальной целостности Сирии, то сегодня, очистив Даиш, сюда могут прийти новые боевики. Мне кажется, это самый верный путь, это политическое решение конфликта. И иными словами, и высушить это болото, и не дать почву для развития там террористической деятельности. Наш президент и наша страна открыто говорит о том, что Асад несет ответственность за убийство огромного количества людей на территории Сирии, невинных жителей этой страны. Но мы будем и впредь продолжать политику, которая гармонично и совпадает с позицией России по поиску и нахождению политического решения конфликта и оказание систематической гуманитарной помощи населению народа Сирии. И наша политика в этом смысле неизменна. Мы, конечно, сотрудничаем и с другими странами, но я думаю, что наше близкое сотрудничество с Российской Федерацией в этом смысле даст большие плоды и успешные плоды. Этому свидетельствует и общение наших президентов. Вчера, например, состоялось очередное общение по телефону президента нашей страны Эрдогана и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Большое спасибо за вопрос. Я тоже могу подтвердить, что президенты регулярно общаются. За последние несколько дней, трижды, по-моему, они разговаривали по телефону, углубляя и конкретизируя договоренности, которые были достигнуты в ходе их личных встреч, в том числе и в отношении сирийского урегулирования. Мы, как уже задавший вопрос наш коллега, корреспондент Руси Алиум, дали оценку в ответ на вопросы журналистов относительно некоторых последних заявлений, но в практической работе мы руководствуемся, еще раз подчеркну, не чьими-то односторонними заявлениями, их звучит немало, а теми договоренностями, которые достигнуты президентами. И могу вас ответственно заверить, что эти договоренности выполняются и по линии дипломатических служб, и по линии военных и специальных служб. И рассчитываю, что очень тесное сотрудничество России и Турции по сирийской проблеме поможет внести реальный вклад в выполнение тех решений, которые приняло международное сообщество. По крайней мере, политический процесс, о чем господин министр только что сказал, сейчас топчется на месте. И в условиях, когда наши коллеги из Организации Объединенных Наций, которым поручено проводить инклюзивные межсирийские переговоры, по каким-то причинам не могут этого сделать, мы не можем ждать бесконечно. Будущее Сирии должны определить сами сирийцы. И Россия и Турция в практических делах всячески способствуют тому, чтобы создать для их инклюзивного диалога необходимые благоприятные условия. Как это, собственно, и записано в резолюции 2254. Что касается реакции, как вы сказали, западных коллег на освобождение Восточного Алеппо, они как-то приутихли, по-моему, в последнее время. И вот этой оголтелой критики, абсолютно необоснованной, я что-то в последние дни не слышал. Наверное, они понимали, поняли, осознали, что ситуация в Восточном Алеппо ничем не отличается от ситуации в Мосуле, в Ираке. Сейчас Запад призывает гражданское население уйти из Мосула, поскольку необходимо освободить этот город от террористов. Та же самая задача стоит перед сирийской армией при нашей поддержке в том, что касается освобождения Алеппо от террористов. И вот, призывая гражданское население покинуть Мосул и дать возможность расправиться с бандитами, наши западные коллеги одновременно говорили нам, что вот зачем вы призываете мирных граждан уйти из Восточного Алеппо. То есть тут налицо двойной стандарт, и то, что
и в том, и в другом случае террористы и в Ираке, в иракском Масуле, и в сирийском Алеппо используют гражданское население в качестве живого щита, очевидно, по-моему, для всех непредвзятых наблюдателей. Но мы преодолели, помогли сирийским властям преодолеть попытки террористов заблокировать выход мирных граждан из восточного Алеппо, да и даже выход тех боевиков, которые были готовы уйти с позиций, где верховодит Джабхат ан-Нусра. Уже много сотен граждан смогли оттуда выбраться, включая порядка 500 боевиков различных группировок, которые порвали с Джабхат ан-Нусрой. Так что та задача, которую американцы взялись выполнять, отмежевать умеренных оппозиционеров от Джабхат ан-Нусры, которую они провалили полностью, эта задача выполняется сейчас уже по факту. И думаю, что приглушенность этой критики в наш адрес отражает понимание нашими западными коллегами, что они, в общем-то, проводили несостоятельную политику по этим направлениям. Что касается гуманитарной ситуации в Восточном Алеппо, мы все дни, все недели, в которые проводилась и продолжает проводиться операция по освобождению Восточного Алеппо от террористов, использовали любую возможность для того, чтобы помогать мирным гражданам, доставляя туда гуманитарную помощь, вопреки угрозам со стороны так называемого местного совета, предотвращать поступление гуманитарных конвоев, обстреливать их и так далее. Теперь, когда значительная часть Восточного Алеппо была освобождена, нет никаких препятствий для доставки гуманитарной помощи по дороге Костелло. Мы сказали об этом ООНовцам и в Нью-Йорке, и в Женеве. Не понимаем, почему они до сих пор не предприняли каких-то крупных акций по организации гуманитарных конвоев. Но тем временем наши военные и по линии Министерства чрезвычайной ситуации направляется гуманитарная помощь. Направляются мобильные госпитали, они уже разворачиваются в Восточном Алеппо. Направляются врачи, необходимые медикаменты, оборудование. Вот так что вместо стенаний по поводу того, что жители Восточного Алеппо не могут получить помощь, мы занимаемся конкретными делами. Надеемся, что международные организации, включая ООН, последуют нашему примеру. Вопрос у меня к обоим министрам. 100 миллиардов долларов была цель, достижение которой хотели наши страны. Как вы скажете, сейчас Россия, Российская Федерация сделала визы для турецких граждан. Это создает очень большие препятствия для российских турецких предпринимателей, для производителей, для экспортеров. Можем ли мы сказать, что все санкции сейчас будут приостановлены и сняты? Что касается сельхозпродукции и другой продукции турецкого происхождения. Я уже сказал, что мы последовательно продвигаемся к полной нормализации наших отношений. Сейчас уже нет никаких политических препятствий для расширения взаимной торговли. Речь идет исключительно о соблюдении фитосанитарных требований. На значительную часть сельскохозяйственной продукции ограничения уже были сняты. Ограничения на остальные товары этой группы будут сняты, как только состоятся профессиональные инспекции, подтверждающие фитосанитарную чистоту тех или иных предприятий. Мы, кстати, в свою очередь попросили наших турецких коллег проинспектировать наши предприятия, которые производят мясомолочную продукцию, в расчете на то, что в Турцию, на турецкий рынок, мы эту продукцию будем поставлять в существенных объемах. Говорили мы сегодня и о том, как турецкие предприниматели работают в России. Очень многие из них никогда не прекращали свою деятельность, свои проекты, они реализуются совместно с российскими партнерами, как прямые инвестиции,
турецкой стороны, мы будем готовы рассматривать в контексте реализации новых крупных проектов и возможность привлечения на такой широкой основе турецкой рабочей силы. Насчет виз уже говорилось сегодня. Я сказал, что для того, чтобы мы вернулись к упрощенному визовому режиму, необходимо все-таки решить целый ряд проблем в сфере безопасности. И мы обратились к нашим турецким коллегам с просьбой более эффективно сотрудничать в выявлении лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе лиц, которые перемещаются из России в Турцию и обратно. Такой диалог предусмотрен консульской конвенцией между нашими странами, но далеко не всегда ее положения реализуются. И думаю, что сотрудничество по этим конкретным вопросам, от которых зависит безопасность, должно быть более эффективно отлажено. Мы договорились провести с этой целью специальные консультации. Ну и думаю, что все эти меры вкупе с проектами турецкого потока, атомной электростанции, они, конечно, должны позволить наш товарооборот существенно увеличить. Ну, сокращается он не только по причинам, относящимся к, собственно, российско-турецким отношениям, но и потому, что мировая конъюнктура сейчас, прежде всего, цены на сырье, на углеводороды находятся в понижательном тренде. И несмотря на это, я думаю, что цель для товарооборота достичь 100 миллиардов долларов все равно будет реализована. И на это, в общем-то, направлены все наши усилия в сфере экономики, в сфере инвестиционного сотрудничества. Подробно по всем этим вопросам будут говорить наши премьер-министры в самое ближайшее время. Я благодарю господина министра Лаврова за то, что в своем ответе он продемонстрировал действительно нашу общую волю о том, что мы будем сотрудничать. Вчера мы говорили о наших двусторонних взаимоотношениях. Для того, чтобы достичь наших целей определенного объема, нам необходима диверсификация, как инвестиции, так и торговли. Но для того, чтобы убрать эти препятствия, полностью убрать все санкции, нам необходима, конечно, гарантия того, что на инвестиции, на торговлю, на свободную торговлю между странами, конечно же, не должно быть препятствий. Это очень важно для двустороннего экономического развития. В этом смысле и у нас имеется политическая воля. Для нас очень важно, чтобы российские граждане посещали беспрепятственно нашу страну, и то же самое могли делать наши граждане на территорию России, на территорию субъектов Российской Федерации. Поэтому в этом смысле у нас действительно общая воля. А когда, конечно, полностью нормализуются эти моменты, касающиеся санкций, ограничений, я думаю, что соответствующие организации, структуры работают в этом смысле, и уже есть определенные результаты. Я уже говорил, что Российская Федерация уже сделала очень важные шаги для того, чтобы снять ограничения, снять санкции. Конечно же, безвизовый режим для нас очень важен. Конечно, мы должны начать работу в этом направлении, особенно когда дело касается делегаций дипломатов и других официальных организаций. Спасибо большое за вопрос. Вопрос обоим министрам. Хотелось бы спросить, соответствует ли действительности публикация в Financial Times о том, что Турция выступает в качестве посредника на переговорах между Россией и вооруженными отрядами оппозиции в сирийском Алеппо, причем вот этот процесс, соответственно, без какого-либо участия Вашингтона происходит. Спасибо. Начну, если господин Чувашоглу не против.
Мы никогда не уклонялись от контактов со всеми группами оппозиции. Именно по нашему настоянию в резолюции 2254 по инициативе международной группы поддержки Сирии было включено положение о необходимости диалога с участием всех ключевых политических групп оппозиции. На встрече в Лозанне, где мы оба присутствовали где-то с месяц назад, шла речь и о том, что помимо политической оппозиции, которая в значительной своей части представлена иммигрантами, которые в Сирии просто не появляются, существует еще и вооруженная оппозиция, патриотически настроенная оппозиция, болеющая за судьбу своей страны, и которая на земле реально контролирует целые территории Сирийской Арабской Республики. И в Лозанне мы выступили за то, чтобы и с этими отрядами, с полевыми командирами налаживать прямые контакты. Если вы внимательно следите за тем, как работает центр примирения враждующих сторон в Хмеймиме, созданный российским министерством обороны в сотрудничестве с сирийскими властями, то вы, наверное, вспомните, что уже более 1000 населенных пунктов и те отряды, которые эти населенные пункты контролируют, стали участниками вот этого процесса примирения, процесса прекращения боевых враждебных действий между оппозиционерами в соответствующих городах и весях и сирийскими вооруженными силами. Вот поэтому мы никогда не уклонялись ни от контактов с любыми политическими оппозиционными группами, ни от контактов с полевыми командирами. И поскольку наши турецкие коллеги тоже имеют контакты и с теми, и с другими, включая полевых командиров, мы обмениваемся, естественно, информацией о том, какие настроения царят в этой среде, и побуждаем их к тому, чтобы они стали частью решения проблемы в русле того, о чем говорилось и в Международной группе поддержки Сирии, и в Совете Безопасности ООН. Ну, по понятным причинам мы не будем говорить о деталях этой работы, она ведется профессионально, и она продолжается. Большое спасибо, уважаемый господин Лавров. В рамках нормализации наших взаимоотношений первая встреча была наша в Санкт-Петербурге. И в рамках этой встречи я сказала своему другу, господину Лаврову, что нам стоит с этими сторонами, представляющими народ Сирии, общаться. Мы и сейчас готовы и с оппозицией общаться. Это так, для того, чтобы мир в Сирии был стабильным, устойчивым. В России очень много работает. Мы никогда не умаляли и не преуменьшали роль России. Это так и есть. Россия действительно ведет очень последовательную работу. Да, конечно, мы будем встречаться и с оппозиции и представителями других общин. Мы за территориальную целостность Сирийской Арабской Республики. И поэтому, говоря о целостности, мы, конечно же, должны быть инклюзивными. И наша позиция продолжает быть инклюзивной, где все стороны и все взгляды будут выслушаны и приняты во внимание. Именно с этой точки зрения, естественно, что мы с ними общаемся. К сожалению, после того, как вооруженные силы Соединенных Штатов оттуда ушли, на их место от союзников никто так и не пришел. Сейчас очень много сил тратится на борьбу с Даэш, и поэтому я хочу сказать, что вот этот наш обмен и этот наш канал для обмена информацией очень полезен. Я из Хабертюрка. Мой вопрос к господину Лаврову. 24 ноября
текущего года было нападение на вооруженные силы Турции, которые действовали на территории Сирии, щит Евфрата. Обсуждали ли вы этот вопрос? И мне хотелось бы знать, как действовали эти силы, вооруженные силы, которые напали на членов операции «Щит Евфрата». Некоторое время тому назад мы были информированы о том, что в Анкаре была встреча с умеренной оппозицией. Как вы прокомментируете это, уважаемый Лавров, господин министр? Я уже прокомментировал вопрос. Анкара-да бу görüşme olabilir. 24 ноября, когда турецкие военнослужащие, участвующие в операции «Щит Евфрата», были подвергнуты бомбардировке с воздуха. Этот вопрос обсуждался сразу после этого инцидента между нашими представителями на самых разных уровнях. И есть общее понимание, что мы не имеем к этому, Россия, по крайней мере, не имеет к этому никакого отношения, как не имеет к этому отношения и Сирийская Арабская Республика, ее военно-воздушные силы. Но, безусловно, для того, чтобы мы все сконцентрировались на заявленных задачах, а именно на борьбе с террористами, нам нужно продолжать налаживать координацию. У нас есть координация с целью избежания непреднамеренных инцидентов с коалицией, которую возглавляют Соединенные Штаты, частью которой является Турция. Так что думаю, что и по этим каналам нужно проверить, кто летал и кто не летал.